числе безусловных плюсов противостояния – образ черной пантеры. Зрителю сразу захотелось узнать о пантере побольше. Тут есть свой вау-фактор. Не только во взрывах, драках, но и в теме миротворчества. То, что сейчас произойдет, будет иметь последствия для всей планеты. Стэн Ли и Джек Кирби создали «Черную пантеру» в начале 60-х, и во вселенной Марвел он с полвека как свой. Интереснейший персонаж. Совершенно не похожий на всех остальных киногероев. Не представляю «Черную пантеру» обитателям нью-йоркских окраин. По мне, так здорово, что есть супергерой, живущий в Африке. У «Черной пантеры» ответственность, какую ни один супергерой до сих пор не нес. На нем забота о целой нации. Он не просто вождь племени. Его роль гораздо масштабнее. Причем его сила раскрывается не сразу. И в этом своя интрига. Иди до конца. А когда я отступал? Круто снимать фильм про короля, который обладает умом и силой, позволяющими ему проделывать то, что творит Чало в пантере. Есть в нем что-то неординарное. Супергерой, который представлен в ином свете, по-новому. Marvel представляет «Черная пантера».